вчера мы приехали утром, и мы просто были в шоке, когда увидели, что облицовку сняли с могилки. Шоковое состояние семьи Дюшковых было вызвано тем, что неизвестные, которых и людьми назвать не хочется, могли посягнуть на святое – могилу их родных. Весной этого года мать семейства Галина Константиновна решила отдать дань умершим родителям – матери и отцу фронтовику – и облагородить место захоронения. Черный мрамор и надгробие обошли семье в более чем 200 тысяч тенге. Мне папа приснился, детям приснилась бабушка вместе с дедом. Поэтому вот какое-то предчувствие было, и мы решили заехать. Чтобы найти виновных, на место преступления были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Бибили, пьяный здесь все, беспредел. Как-то охрана, усиление какое-то сделать надо. Это же святые места. Этот человек войну прошел. 60 километров до Берлина не дошел. С автоматом очень спину ранен. Инвалид войны. Только повидал, кузнецом работал и все. Как уверяют местные старожилы, это далеко не первый подобный случай вандализма в этом году. На днях по поводу надругательства над могилами усопших уже обратились несколько человек. По всей видимости, сотрудникам полиции все же придется принимать меры к злоумышленникам, так как заявление от потерпевших граждан уже поступило. Бахром Абдуллаев, Ербол Махашев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».